Так, всем привет еще раз. Снова. Да, добрый еще день. Раз и снова. Так, решили немного подвеселить, блядь, наших подписчиков. Почему? Потому что тут происходит. Высказать свои мюсли, так сказать. Ну, а в чем они выражаются? То есть, вот, смотрите, видите, какое время года сейчас. Знаете, что недавно были в бане. Ну и тут у нас поднялся такой вопрос, что ну, надо же как-то опять туда сходить, и надо же где-то веники взять. И нахрена платить за веники? Нахрена... У Кости гениальная мысль созрела. Очень, кстати. Надо, я говорю, здесь недалеко есть дубовая роща, надо пойти их и нарезать, блядь. И самое что интересное, я бы даже не понял бы и пошел бы, блядь, наверное, и понял бы, когда только туда пришел, что какое время года и какие, блядь, веники, там нема листьев даже. Нихуя, блядь. А Сережа, вот, пожалуйста, тоже. Сережа? Вот это мои мюсли. Это... А у него мюсли знаете какие? Сидим вчера. Разговариваем. 14 апреля, говорит. О, день Валентина. И чтобы его не тормознул, он бы начал поздравлять уже. Я говорю, нет, день Константина, а не день Валентина. Вот представьте, что делают наркотики с людьми. Да, задумайтесь, ребята, блин, потому что это очень жестко. Это злые шутки, но они, блядь, имеют место. У меня приятель был, я тоже вспомнил. Мы сидим, смотрим фильм, короче, ну, все знают, может, ну, кто там помладше, кто не знает, такую актрису Сандру Буллок. Сидим, смотрим фильм, он говорит, блин, мне так нравится эта актриса Санта-Клаус. Ну, вот я говорю, это, пожалуйста, последствия употребления наркотиков. Это все последствия употребления нормально. То есть сушит мозги, сушит, блин, не только тело. Дрозды летают нормально. Дрозды летают, да. Постоянно. Серега, расскажи что-то, потому что тебя вот, ну, постоянно просят, чтобы ты что-то больше рассказал. Может, ты что-то хочешь о себе, если, ну, если можешь, конечно же. Ну, а что о себе? Все постепенно, блин, все постепенно будешь открывать, да? То есть, ну, спрыгиваем, то есть, ну, мне кажется, как, что даже... Как, скажи, о медицине вот расскажи, вот именно о таблетках. Шо? Бля, я могу так вкратце просто показать. Вот, опа, ребята, кто ладно, будет употреблять ладно. Медицину, то есть его ждет. Вот, это, блядь. Смотри, Саш, а ну, покажи. Да, вон он. Вот, ребят. Вот это вот. Вот это вот, последствия, вот, последствия от медицины. Да, тоже на кумаре, тоже кумар. Охуевший. Ну, а так, ну, сказать, касаемо медицины. Вот это твой, да? Хорошо. Это, бля, ну, херня, короче, неумоверная. Я наберу тебя, хорошо? Мне даже кажется, что от метадона такого уличного, то есть меня кумарило как-то, ну поменьше, ну, да, полегче. Если бы меня не посадили в тюрягу вот из-за этого, я бы передолбил бы вообще эти клиники, все, попалил бы их, поджигал. Так, вот, каждый из них, каждый из тех, кто хавает эти таблетки, задумайтесь, знаете, над чем? А вот возьми просто вот без таблеток и уедь куда-то. Угу. На 2 недели, на 3 недели без таблеток. Не будет тебя кумарить вообще ни разу. Мы сейчас общались недавно с людьми, они говорят, не едем на гробки, потому что таблеток нету, закончились, будем сидеть в Киеве. Да вот я на море ездил, ребята, в том году летом, блин, жена хотела поехать там минимум на дней 10. Я говорю, каких? Ну, у меня таблеток на 7 дней. Я говорю, 7 дней и все, ну, да, все, больше. Вот, насколько они привязывают вас? Мне вообще выводили такого мусора. Да, там какой-то нам написал этот самый человек, что не слушайте их, это дурачки, метадоновая программа, это единственное спасение. Это какой-то мусор тухлый. Или один из, блин, докторов этих, блядь, который... Да, которые, блин... Кормят. Я говорю, мне выводили такого гуся, что это вообще программа ООН для того, чтобы, сука, в Украине из 40 миллионов сделать 25. И вот эти 15, которые, блядь, употребляют, они быстрее просто как-то, ну, отползут. Конечно. Потеряются. Надо же поднимать ВВП и так далее и тому подобное. Ну, да. Кто знает, уличный тот понимает. Уличный метадон дорогой, а эта фигня подешевле. Ну да, тоже, опять-таки, это может конкретно даже легавая фигня. Касаемо анонимности, блядь, уж они пиздят. А, да, тоже за анонимность. А зачем же паспорты приносить? Зачем, блядь, эти анализы эти сдавать? Зачем называть свои данные? Для чего это? Анализы делать? Еще понятно, но зачем паспорт? Ну да. Если анализы ясно, ты приехал, показал, вот там, допустим, подтвердил, но тебе стал, да. Вот я такой-то, такой-то, но зачем им конкретно на программе твой паспорт? Ну да. Хотя опять же, ну анализы, приезжает человек, который, блин, ну трезвый, даже не употреблял никогда. Он дает 100 гривен, 200, блин, покупает анализы, эти анализы и ебашит, ходит, употребляет. Короче, горимые барыги, блядь. Короче, это ладно, мы снимаем коротенькое видео, так как у нас длинные видео очень сильно долго выкладываются. Сегодня... повеселили немного наших Сегодня утреннее, я чуть это, ясности. Сегодня утром мы сняли 20 минут ролик. Он выкладывался, мы его выложили где-то в 10, начали выкладывать, и он в пол второго только залился. Так что будем такие коротышки пока, там минут до 10. И надо же, ладно, короче, хочу, блин, это запаял с тем, там шоу, там это, то, бля, ух и дура, блин. Ладно, все, не будем. До связи.